Янулька, где мы находимся? Понизовка. Да, Понизовка. А сегодня вторник, а какое, кто знает число? Без понятия. 17-е, 18-е. Вань, какое число сегодня? 17-е. Вот, Понизовка. Удивительно. Хорошие буны покрашены. Все оборудовано. Туалеты, передевалки, спасатели. Вот Мрия размыла штормом им восстанавливать. Тут человек, мастер, фломастер своего дела. Ты что, развернулась, что ли? А, не, нормально. Ну, отплыви ты хоть вон метров на... Я кручусь, а потом вперед еду. На 1000. Тут сада, суда ходят. Корабль прошел военно-морской. Супер. Ну, такое место вообще шкодное, прикольное. Вода чистая. Супер-пуперная. Рыбки ходят. Нормально. Не знаю, остановились в Алуште. На улице. Вань, на какой мы улице остановились? Гавыриных. Гавыриных, дом 16. Или Красноармейская 11. Или Гавыриных 11, Красноармейская 16. Там какой-то двойной адрес. Слушайте, неплохо. В Алуште там старый город сделан. Ну так, погода отличная. Ветер стих. О, тут люди швартуются. Сейчас разо... Ничего себе, подошла так. Бух. Все, что ли? Вань, давай следующий-то. Вань, давай, пошел. Смертельный номер. Сейчас упадет. Аббун, не дай бог. Аббун, аббун. Выступают эквилибристы. Молодец, молодец. Видите, люди как мучаются. Молодец. Я так не смог. Давай, Вань, ныряй, меняй ее. Давай. Ну, блин, ну не все такими, как бы. Ой, пристегни ногу сначала. Ой. Пристегни, Вань. О, ну прикольно там. Я устал, честно. Я против течения. Течение знаешь какое вообще? Я грибу, все на... Я специально не уплываю, я всегда знаю, что там... Я еще гребсти-то не умею сильно. Я кручу по этому, по кругу. Он не пристегнулся. Классно, волна идет, но течение чувствуется. Я вообще, я вот там плыл, все на месте. Я далеко выплыл в море. Там Мрию видно, но не очень. Лепестки эти. С этого, с трассы даже лучше видно. Ну классно. Смотри, как быстро он, да? Это вот для таких они так. Молодец, хорошо плывешь. А попробуй встать. Встать, попробуй, мама встала.